ребят, нашли вот таких двух котят. Они больные, у них что-то с глазками. У одного гной течет, у другого тоже что-то. Всем привет, ребята. Тут веслоухий. Да, один даже веслоухий. Мы нашли котят. Кто-то выкинул. У меня папа снимает. Говорю сразу, вот. Вот он, второй котик. У него глаза, смотрите, гноятся. Сейчас их отмываем. Куча блох. У этого глаза вон отмыли. Ух ты, у него красные какие-то глаза. Представляете? Он породистый. Альбинос, да? Да, ушки веслоухие. Ушки веслоухие, ребят. Вот, взяли одного. Да. Но они плачут, поэтому хотели одного взять, и пришлось забрать двоих, ребят. У нас был вот кот. Кошка родила и умерла. Потом после этого, через год. А вот этих вот двоих мы взяли. Вот этот вот плачет. Смотрите, ребят, милашка, да? Это девочка. Девочка, ну, с глазками, видите? Мы назвали Бинка. Проблемка, да. Подожди, молоко тебе надо поймать. Сейчас мы их помоем, отмоем. И будут они у нас красавчиками. Ставьте лайки, кто нас... больше поддержит лайками, значит, мы делаем правильно. Ух ты, гляньте. У нас... Это что? Это, наверное... Смотрите, ребят. А, пап, это было на лотке. Ну, оставим, это... наверное, себе. А может быть, с наших рук уже много котов и кошечек мы раздали. Марик шипит на них. Ну, знакомиться, это вот их с ним первая встреча. Ну, отмоем. Получится у нас хорошие котятки. У нас просто кот молоденький, не с кем играться. Вот будут братья. Вот у этого одного котенка на лапке что-то присохшее. Придется нам его спасать. Вот. Придется обрезать ножницами, так не отмывается. И плюс полечить им надо глазки. Они сейчас у них гноились. Да. Давай я сама. Да не, ну, Ром, можно это и не снимать. Обрезали на ногтях у него. Вот это было что-то. Все, сейчас будет высыхать. Ребят, начинаем мыть теперь девочку. Вот такой вот. Сейчас посмотрим, какая она у нас станет. Вот так, такая у нас есть. Жалко котят. Придется забирать и лечить, себе оставлять. Все, начинаем мыть. Вот, ребята, отмыли. Теперь вот такая вот у нас мордашка. Это девочка. А девочка. Того покажи. У него, оказывается, еще глаза разного цвета. Вот, видите, были гнилые, что я вам показывал. А теперь стала вот такая вот красавица. Сейчас еще обработаем лекарство. Да. Вот она помещается в ладошечку. Помогайте животным. Они вас не обидят, не бросят, как люди. Поэтому животное это самое. А этого покажи. Сейчас. Это вот. Так, это вот у нас мы обработали глаза. Она у нас уже подсохла чуть-чуть. Это кот, да. И глаза у него разного цвета. Это глаза разного цвета. Один голубой, другой зеленый. Да, один голубой, другой зеленый. Вот такой вот. Красавчик будет, нас радует. Да, вот разноцветные глаза у него. Ну, мама, ничего. Она, по-моему, трехшерстная. Трехшерстная? Угу. Да, она трехшерстная. А была грязная, не видно было. Да, помогайте грязная, животным. Серая. Вот такой вот комочек счастья у нас теперь есть. Прям видно, кьюти. Да. Нет, у него можно, кстати, голубенький с желтым. Да. Или зеленый. Скажи, привет, ребята. Нас спасли. Вон она лапы махает. Сидели возле дороги, могли их задавить. Положи, легко. Положи. Легко. Поэтому можно сказать, чью-то жизнь спасли уже хорошо. Так, второго сейчас обрабатываем глазки. Второй. Вот такие вот у нас. Ну, вот кот наш ревнует, ругается. Еще и бьет их. Да, еще пытается их обидеть. Он играться с ними хочет. Хочет, да? Угу.
Ну, я просто они им два месяца где-то. Гляньте, веслоухий, белый. Ну, кто такое счастье мог выкинуть на улицу? Еще двухглазый. Ой. Двухглазый. Да, глаза разные это. Цвета, да. Скажи привет, зрители. Привет. Привет. Ну, будем наблюдать над их жизнью. Хотели оставить одного, на белого я согласился, а жена с ребенком взяли еще и девочку. Ну, как ее бросить? Ну, да, они, говорит, они были вдвоем, говорит, будет скучать, плакать, бегать. Тем более маленькие. Да, да, тем более маленькие, вот они, с ладошку. Кто их выкинул, кошка. Не знаю. Пели. О, умывается. Гляньте. Значит, нравится ей, да? Облизывается. Он, да? Мальчик. Кошак. Ну, блин, наоборот лучше бы. Это похоже на девочку, но это мальчик. А та похожа на мальчика, но то девочка. Я называю ты девочкой. Да? Ну, похоже, да. Красавица. Ну, я думаю, я... Ребят, гляньте, у нее мордочка какая красивая стала, когда мы ее отмыли. Да. А ты его называешь? Ее. У нее, я сказал. Гляньте. Какая красивая стала девочка. Спасайте животных, помогайте им, ребят. Выпусти ее, братья. Да. Если это братья. Ну а кто это? Вдвоем, их же вдвоем выкинули. К тем же ж не да. Лезли. Это я их увидел, ехали, а они возле колес бегали. Возле дороги. Я говорил, гляньте какие ну, котята. Мяуко. Да, мяуко. Ну... По идее, я потом жалел, а теперь ну, у нас кошечка умерла, было 13 лет. И вот замен вместо нее два котята. У нее была мать такая. Да. Ну, да. Вот. А может, отец был белый. И может, она послала нам это да. Счастье. Ну, не зря говорится, если хочешь детей, возьми. Ее облизывает. Ну да. Если хочешь детей... то возьми там бездомному, помоги кому-нибудь, и Бог даст тебе ребенка. Вот. Нам после нашей кошечки, когда мы взяли, да, дала Бог дочечку. Ну а вдруг ее отец был такой клёпый? Да нет. Ставьте лайкосики, пишите комментарии. Они будут нас радовать, правда, детки? Да, ну, если гляньте. Кусочек будут ходить. Ты, ну, научится, гляньте. Не, ну, вроде какие бы, они. Вроде бы белок или беляш. Да, вот блох мы их-то... Ну, пока мы не будем... Гляньте, начинает уже играться что-то тут. А? Ну, их просто два месяца только. Они ж не будут смотреть. Блин, у меня такие подошвы милые. Да, не все милые. До скорых встреч. Пока-пока.